Губернатор Нижегородской области, обращаюсь к вам с архиважным предложением, а именно, если вы действительно болеете за дело России и в первую очередь за жителей Нижегородской области, за их дальнейшую судьбу и улучшение их жизни, прошу вас обсудить тему прошедших выборов 4 декабря 2011 года на одном из телеканалов, удобные для вас. Если вы не принимаете это предложение, у вас остается один единственный вариант по собственному желанию уйти из Нижегородской области, дабы вы являлись руководителем и организатором выборов от «Единой России», а главные нарушения, которые произошли в Нижегородской области, именно произведены партией «Единая Россия». Поэтому тема является архиважной, и ее необходимо обсудить и найти пути выхода из политического кризиса, создавшегося в Нижегородской области.